Братульцы, всем привет. Дмитрий Виноградов, YouTube-канал «Мужская тропа». Сегодня у нас получается 11 апреля 2022 года. И сегодня мы на вечерней тяге на вальшнепа. Будем охотиться сегодня именно на вальшнепа. Погода в Московской области у нас второй год. Как бы эту охоту не позволяет делать, скажем такой, да, хорошую, удачную, потому что у нас погода нынче. Сами посмотрите, кругом снега. Погода была холодная, а сегодня вот уже 11 число, и у нас уже получается по вальшнепу закрытие, к сожалению. В том году только одну охоту удалось поохотиться, добыть вальшнепа. В эту еще даже не знаю, что будет. Приехал я на охотку не один, со мной моего товарища Речушка. Речушке постелил он чехол от ружья, чтобы ему было тепленько. А дальше на тот мыс Милятника пошел Игорек, мой друг Васильевич. Тоже будет пытать счастье. Ну вот мы приехали, подъехал еще один паренек и говорит, типа, ребята, вы здесь где будете стоять, потому что, говорит, хотим еще там, ребята подъедут. Так как место более-менее хоть оттаяно, хоть как-то, вот на самом деле, вот это хоть как-то еще оттаянное место. Везде очень много просто снегом завалено полей. То конкуренция, конечно, сегодня у нас будет немалая. Но все равно будем надеяться на удачу. Со мной моя МР-155-я. Вот она, дульное устройство у меня будет стоять сегодня. Прогресс 0,5. А патронами буду стрелять, ребятки, вот такими вот. Это бесконтейнерная семерка. Азот серии Сибирь. Так что заряжаемся и ждем, как говорится, вальшнепа. Ну что, пеструшочек мой, ни пуха нам, ни пера. Заряжаемся. Так как по классике жанра, да, охоты, на вальшнепа охотиться с двустволкой. Но у меня двустволки нет, у меня только пятизарядка. И дабы уравнять шансы, буду заряжать по два патрона. Все, мой милый, сидим и ждем вальшнепа. Стоять, речь, на месте. Стоять! Все, подай вальшнеп. Давай, давай. Все, молодец, птичка. Давай, все, молодец. Давай сюда. Живой еще. Ну, наконец-то с полем. Хоть открылся. Хоть открылся, говорю. Хорошо, он после твоего выстрела прям на меня повернул. Ну вот, птичка. Птичка, мой хороший. Ну вот, нас с полем. С полем, мой пеструшочек, да, птичка. Птичка, мой хороший. Все, все, нельзя, нельзя. Все. Стоим, ждем еще. Все, нельзя. Сядь. Молодец. Поймал ты его. На тебя, стой! На тебя идет! Стой, 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 стой. Есть! Подай, Рич, вперед, там! Подай, 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 давай ищи! Давай, неси сюда, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Молодец! Давай! Все, дай сюда! Умничка, умничка, молодец. С полем у нас еще вальшнепок. Отлично. Отлично. Где наши птички? Где наши птички, мой хороший? Вот наши птички, да. Все. Ну все. Норму взяли мы с тобой, да? Норму взяли. Ох, какие красавцы. Красавцы, да, пеструш? Молодцы мы с тобой, молодцы. Братульцы, ну вот даже не знаю, как назвать, закрытие или открытие охоты на вальшнепа, да, подошло у нас к концу. Как вы сами видели, в нашей Московской области охотников очень много. Напротив меня стоял стрелок, справа от меня стоял стрелок. Благодаря этим охотникам, как бы я и добыл своих вальшнепов, потому что после того, как ребята отстреливались, эти вальшнепа разворачивались, выходили на меня, и я как бы их уже добывал. Вот такие два прекрасных
красавчика у нас сегодня. Игоречек мой, другалечек, Бартулец, к сожалению, ничего сегодня не добыл. Он стоял от меня метров, наверное, на 200, чуть-чуть в другую сторону. Но на охоте все бывает. Так что, бартульцы, всем спасибо за просмотр. Я сегодня с трофеями. В нашем охотугодии норма по вальшнапам как раз получается 2 головы. В общем, норму мы сегодня сделали. Так что давайте, всем ни пуха, ни пера, всем здоровья и увидимся в угодьях. Да, пеструшок? Всем пока, да?